Сегодня мы проводим флешмоб, который мы назвали «Победа». Проводим мы его вместе с волонтерами Центра творчества. И посвящен этот наш флешмоб, конечно же, Дню Великой Победы, который мы будем праздновать 9 мая. Мы хотели, чтобы молодежь, которая будет принимать в этом флешмобе, еще раз обратила внимание и вспомнила о той Великой Победе, которую мы, как все вместе, достигли в 1945 году. Ну, собственно, мы с ними об этом и говорили. Флешмоб мы проводим третий раз. Ну, начали мы его, как ни странно, 5 лет назад, потому что потом была пандемия, и мы не могли проводить такие мероприятия за пандемией. У нас идея была разная. Флешмобы мы проводили. Мы проводили флешмобы с малышами, мы проводили флешмобы с подростками. Ну, и, скажем так, это те подростки, которые подросли за последние 2 года. Ну, цель этого флешмоба, прежде всего, дети чувствуют свое единство. Единство с теми, кто завоевал победу в 1945 году. И, во-вторых, они вместе объединяются между собой. Вот цель этого флешмоба – объединение и поколений. И это мы достигаем и с помощью песен, и с помощью того, что они просто в этом флешмобе участвуют, но и объединение их между собой.